Вот, и у тебя наступает переоценка, наверное, отношения к людям. И поэтому можно сказать, что не только звезда, наверное, но звезда в большей степени, наверное, она, наверное, не подпускает так близко к себе. Идет очень критерий, наверное, оценки человека, с которым ты находишься. Ну и второе, я считаю, что у сильных личностей, наверное, и у всех ведущих, и великих, наверное, если ему раз наступили, он второй раз уже просто не подпустит и не сделает эту же ошибку. У своєму житті, як на полі, так і поза ним, Блохін намагався і намагається уникати помилок. А кому, як не нам, болільникам, про це знати? Маю на увазі футбольний шлях Олега. Бо коли м'яч опинявся у нього, усі розуміли, для суперника добром це не закінчиться. Блохін свою справу зробить, а його ставлення до своєї справи було справжнім. Тож не дивно, що «Динамо» за часів Блохіна перетворилося на найпопулярнішу команду 1/6 частини суші. Це треба признати, ну не тільки благодаря мені, але благодаря, мабуть, той марки Киевского «Динамо». Потому что даже, вот смотрите, сейчас Украина развалилась, да? Ой, Советский Союз развалил, появилась Украина, это. Если бы мы не завоевали тогда еще при бывшем Советском Союзе эту марку, то, наверное, Киевского «Динамо» сейчас не знали бы. Это все равно сейчас назвать «Жалерис». Назовите «Жалерис» футбольный, ну кто знает? «Спартак» знает, это та марка еще. «Динамо» Тбилиси знает. А других команд не знают, поэтому... Это все естественно, наверное. И в истории, наверное, то же самое происходит, то же самое в футболе. И я сделал то, что я сделал, я не жалею ни о чем. Хотя говорят, что вот если бы ты в свое время уехал за границу, вот если бы было возможно, ты был бы уже миллиардером, ты бы имел бы там, я не знаю что. Ну что сделаешь? Это был наш футбол, это было наше время, мы изменить ничего не можем. Поэтому я не жалею, я просто хочу сказать, что... Даже при том, при всем, что ты будешь миллиардером, или ты имя купить себе не можешь. Ты его завоевываешь своим трудом вот на этом футбольном поле или в другой какой-нибудь области. Про те, яке ім'я створив собі кращий футболіст континенту в радянському і європейському футболі, найліпше розповідати мовою статистики. І можна було зрозуміти бажання Олега, підкоривши усі свої вершини тут, випробувати себе за кордоном. Але скільки совкових проблем виникло у зв'язку з цим, відомо тільки самому Олегу та його дружині Ірині Дерюгіній. Да меня никто не отпускал. Это практически благодаря моей жене и мне, наверное, что мы бегали по кабинетам и снимали погоны. То есть меня не отпускали. Была формулировка такая, что мы не можем отпустить майора, значит, МВД, чтобы капиталисты использовали наемный труд его. Какая-то такая странная формулировка. Наемный труд майора МВД, хотя я форму в жизни никогда не одевал. Ну вот так вот было. Я уже рассказывал, что я жил практически в поездах. 4 месяца ездил Киев-Москва, Москва-Киев. Ну а там просто решался. Трубку поднимали и по вертушке решался вопрос. Не отпускать. Там вроде говорили, да, пока сюда возвращался, говорит, мы вас разжалуем, если вы его отпустите. И что помогло уехать, я до сих пор не могу знать. Даже не знаю. Когда я приехал первый раз в Австрию, то они так в шутку или не в шутку написали, что майор Блохин прилетит на МИГе. Такими большими буквами заголовок. Но потом уже легче стало, когда уже немножко стал разговаривать, когда уже вжился в эту жизнь, потому что надо жить той жизнью, которой живут эти люди. Віра у свої сили, впевненість у власних діях, бажання досягти мети, як правило, призводять до належного життєвого результату. Але не можна ігнорувати присутність у вирішенні найважливіших проблем ще одного елемента – вдачі, везіння, посмішки, фортуни. Можливо, і вона допомогла Олегу у тій непростій ситуації. І взагалі тримає Блохіна у своєму полі зору. Можна сказати, що це судьба, можна сказати, що це провідення, можна сказати, що це везіння. В своє час я вже говорив, що я мог не попасти в футбол. Потом, когда попал в Киевское «Динамо», я мог уйти с Киевского «Динамо». Потом могла произойти тяжелейшая травма или еще что-то. Я мог не заиграть, не состояться как Блохин. Но я считаю, что везение в любом деле, не только, наверное, в футболе, это колоссальный труд в первую очередь. Потому что если не будет колоссальной работы на футбольном поле или в другой области, ты, наверное, это везение не приложишь. То есть тот же талант, если можно говорить. Что талант надо развивать. Потому что сам по себе талант пробирки – это ничего. Это искусственный талант, который потом погибнет. Как только пробирку открыли, он сразу погибнет. Поэтому сказать, что вот Блохину все было дано и все было нормально, я думаю, что, наверное, это самый упрощенный вариант, потому что я добился. А чего это стоило? И стоило тем же ребятам, с которыми я играл. Наверное, только мы знаем.
Блохіну пощастило ще в одному напрямку. І з цього приводу давайте на кілька хвилин змінимо тему. Погляд Олега стає набагато теплішим, а голос набуває зворушливих інтонацій, коли він розповідає про свою доньку Ірину. Коли в сім'ї спортсмена або великого футболіста, допустимо, рождається син, всі почему-то вважають, що він має продовжувати діло отця. У мене родилась дочка, як ви мене знаєте, у мене теща. Один из лучших тренеров, я считаю, вообще в мире, жена тоже самое. А дочка не хочет гимнастикой заниматься. И я подхожу к такому принципу, что заставлять, это не имеет никакого смысла. Она сама себя выберет дорогу. Да, куда-то направляет, там, допустим, нравится ей сейчас там клипы снимать, поет она. Может, завтра что-то поменяется. Потому что в один момент, когда ее спросил, я говорю, кем ты хочешь быть? Она говорит, хочу быть юристом. Совсем другое направление. И, в принципе, дочку я очень люблю и никогда никуда не толкаю. Я просто учу ее жизни, пытаюсь рассказать, как вот, что происходит в этой жизни. То есть она свободный человек, она выбирает сама. Самое ценное, что при тех возможностях, которые у нас есть даже, и как вы знаете, мы можем, допустим, дать больше, она осталась нормальной девочкой. Вот это самое ценное. Потому что вы знаете, что сейчас многое происходит, когда у людей он и знаменит, и много денег, то дети становятся разными, совсем разными. Для меня самое главное, что она уважает. Что дальше будет, я не знаю. И ценит. Вот это самое главное. Такого тата ще й не цінувати, скажете ви. І я з вами погоджуся, як один з мільйонів, кого гра Олега просто зачаровувала. Хоча про кар'єру Блохіна-футболіста Ірина знає хіба що з розповідей журнальних сторінок та відеофільмів. На відміну від кар'єри Блохіна-тренера. Знаєте, от відсюди мене перенесли на футбольне поле. Тобто, як, допустим, учить плавати, іноді є такий спосіб, бросають, виплав, значить. З лодки вибрасують. От так і у мене було. Тобто, відсюди я одразу перейшов туди. Не знаю ничего, ну как, был опыт, конечно, большой опыт футболиста, но вот как тренера-организатора, конечно, не было. Потому что, когда ты сталкиваешься уже с людьми, наверное, ты за них отвечаешь, а тут за меня все делали. У меня было расписано расписание, когда у меня тренировка, когда обед, когда еще что-то. Поэтому это было все просто. Тут ты уже отвечаешь. Плюс ты должен переступать через какое-то свое «я». То есть сказать человеку, что сегодня он не будет в составе, даже в 16 не будет. Вот эта ломка, особенно когда человек порядочный, это очень тяжело. У меня вот это была самая проблема. Но когда уже переступил, то я понял, что как бы ты не играл бы в эту честную игру, все равно придется 16 брать, и кто-то за бортом останется. Поэтому... Вот это самое сложное. А так, ну и первое время, конечно, работать тренером, это тоже. Это адская работа была. Тем более, не зная греческого языка как такового, надо было переводчику объяснять тренировки. Переводчик переводил, значит, второму тренеру. И второй тренер, значит, переводил игрокам. Если учесть, что было по две тренировки, то можете представить, там, что происходило. То есть, ну, это сложный вопрос. Часто я смеюсь уже, а тогда это была, конечно, колоссальная работа, практически по, наверное, 12-13 часов в сутки. И колоссальное напряжение, наверное. Ця несамовитість у досягненні результату не могла не проявитися у Блохіна-тренера. Такий у нього характер. Саме максимализм Олега и спричинив его разлучение с грецким Юнікосом. Вы понимаете, дело уже не в деньгах, дело в принципе, что я уже установил какую-то планку, что я могу сделать больше. Опять прийти в маленькую команду, просто получать деньги, я доведу ее до какого-то уровня, зная систему футбола Греции, а дальше я просто не могу поднять ее, а мне уже не интересно. То есть вот я ушел с этого Юникоса, только по одной простой причине, что я поставил планку, мы должны были выходить в Европу, и мы бы вышли. Просто за одну неделю то ли срыв произошел, то ли еще что-то, другие причины, не буду говорить. Может, я рано поставил эту планку, может, надо было вот подождать. Сейчас Юникос на первом месте находится. Та же команда практически, которая ни одного игрока они не взяли, это тот состав, который я сделал, та база. Может, надо было подождать. То есть я уже поставил какую-то. То есть сначала удержал высшие категории, потом мы поднялись на 7-е место. А вот когда я уходил, мы должны были по тому раскладу, что был в чемпионате, по тем очкам,
Должны были выйти в Европу. Ну, за неделю не получилось, поэтому я ушел. Простежуючи тренерський шлях Олега, не можна не відзначити його здібності на цій ниві. Болільник далекий від так званих підводних течій у нашому футбольному житті. Але погодьтеся, закономірним і логічним є запитання, чому його талант, його потенціал, його досвід використовується за межами України. Якщо так уже по-чесному говорити, то коли я закінчував грати, я чувствовал, що я вже, ну, в принципі, мабуть, не нужен цій команді. Потому что пришло уже новое поколение, уже команда была создана. И не одно поколение, в принципе, если так образно говорить, воспитывалось на Блохине, там, на других. Потому что очень долго, рано начал играть и очень долго играл. Поэтому если посчитать, сколько поколений пришло. То есть я пришел, когда еще играл, заканчивал Саба, Медведь, Бышевец, Пузач. Потом появился Степа Орешко. Трошкин, Матвиенко, потом появился Бессонов, Заваров, то есть посмотрите сколько, Михаличенко, то есть какое поколение и сколько много футболистов. И я уже чувствовал, что уже что-то происходит, конечно. Или надо уходить, или, значит, и вот самое обидное, наверное, что в тот момент, если так честно говорить, что никто мне не предложил хотя бы работу в киевском «Динамо», в дубле. Понимаете? А потом уже воздали славу тебе или не воздали. Сейчас меня это уже меньше всего волнует, честно говоря. Потому что я считаю, что я сам себе создал славу. То есть уже имя записано, его не вычеркнешь. Поэтому так реально оцениваю. А наградят мне медалью или, допустим, поставят памятник. Честно говоря, я не для этого играл. Грав він для нас, диво на полі творив для нас і щасливими робив нас, повертав нам радість життя. Справжній болільник ніколи не зраджує своїм ідеалам і кумирам. І він вірить, що ваша зірка Олег обов'язково зійде на українському футбольному небосхилі, тепер вже тренерському. І взагалі усі ваші шляхи мають стати щасливими. Ви ж король, а у короля інакше і не може бути. И все мы в нем актеры. Ты игрой сердца пронзал, рождал восторги споры. За то, что ты с душой играл, народ тебя короновал. И даже враг твердил порой, скрывая страх, что ты король, что ты. Виват, король, покоя ты не знал. Без пушек, без солдат, своей игрой ты страны покорял. Меня же покорил, что верным был, что был самим собой. И не было игрой, пустой игрой. Виват, король, виват, виват, король. Ты был самим собой. Виват, король, виват, виват, король. Виват, король, виват, виват, король. Мною одной деля все горести и беды. Ты другим дарил всегда золото победы. Ты так играл, ты был артист, и вот настал твой бенефис. Ты так играл, ты был король, и вот теперь вакант на роль, вакант на роль. Прощай, король, прощай, прощай, король. Тебе поют кругом, как жаль, не вечен май, не вечен гром.
отвечай, от сердца боль.